Зимний дворец строился для одной только славы всероссийской, провозгласил его создатель Зодчий Растрелли. Величественный и нарядный дворец воспринимался как символ могущества Российской империи, национальная святыня. Жемчужиной среди его парадных интерьеров стала Большая Церковь. Большая церковь Зимнего дворца была торжественно открыта после реставрации в 2014 году, в дни празднования 250-летнего юбилея Эрмитажа. История строительства Большой церкви Зимнего дворца восходит к середине 18 века, времени царствования императрицы Елизаветы Петровны. В 1753 году, когда Санкт-Петербург торжественно праздновал 50-летний юбилей, императрица повелела возвести новый Зимний дворец. Строительство здания на месте уже существующей царской резиденции было поручено блистательному мастеру архитектуры барокко Франческо Бартоломео Растрелли. Однопрестольный храм во имя Воскресения Господня был заложен в октябре 1753 года. Растрелли создал зальный храм, разделенный подкупольными пилонами на трапезную, собственно, церковь и алтарную части. Торжественный, сияющий позолотой интерьер восхищал современников своим великолепием. Главную роль в интерьере играл иконостас, в котором канонические требования эпохи выдержаны в схеме креста. Его вертикальная ось, увенчанная композицией «Распятие с предстоящими», включала в себя храмовый образ Воскресения Христова, икону «Тайная вечеря» и «Царские врата». В создании образов для иконостаса участвовали братья Бельские и Франческо Фонтебасса, который написал также плафон трапезной и фигуры евангелистов на парусах свода. Ряд местных икон, среди которых образ Христа Вседержителя на престоле и образ Богоматери Державной с предвечным младенцем, образовывал горизонтальную ось иконостаса. Все праздничные образа были размещены в иконостасе в соответствии с расписанием, составленным духовником императрицы протоиереем Федором Дубянским. Сюжеты шести малых икон иконостаса представляли святых покровителей членов императорской семьи в память их рождений, тезы именинств и сопутствующих этим дням праздников, избрание на престол Михаила Романова, переселение царской семьи в Санкт-Петербург, восшествие на престол Елизаветы Петровны и другими историческими событиями. В день Пасхи 1762 года церковь была освящена во имя Воскресения Господня уже при новом императоре Петре III. Летом 1762 года переворот привел к власти Екатерину II. По воле императрицы из Москвы в Санкт-Петербург была перенесена особо чтимая Романовыми икона «Спас нерукотворный». Это послужило основанием для нового освящения храма в 1763 году во имя Спаса Нерукотворного. В ризнице Большой церкви царской резиденции хранились реликвии, принадлежавшие членам правящей династии. 11 марта 1807 года Александр I повелел Зимнего дворца Большую Церковь именовать отныне Его Императорского Величества Придворным Собором. В 1837 году собор разделил судьбу дворца, став жертвой пожара. Однако реликвии, дорогая утварь, облачение духовенства, все иконы, царские врата, серебряные паникадила, деревянные золоченные торшеры и многочисленные бра были спасены. Возобновление дворцового здания, отделка обеих церквей и всех зал было поручено Николаем I Василию Петровичу Стасову.
Император вникал во все детали проектных чертежей и эскизов. На многих из них мы видим его резолюцию «делать, как прежде было». Архитектор блестяще справился с этой задачей и проявил исключительный такт в воспроизведении стилистики барокко. «Вид церкви при солнце превосходит воображение красотой», выразил свое восхищение Николай I по окончании ее восстановления. Назначенные императором краткие сроки работ, 1 год, определили выбор материалов. Наряду с деревом Стасов использовал папье-маше. Именно в папье-маше скульптор Август Юлиус Штрейхенберг выполнил настенный декор. Лепные капители колонн и пилястр изготовили и установили братья Делёвы. Большие фигуры ангелов, а также головки ангелов, парящих в облаках, создали скульпторы Василий Демот-Малиновский и Петр Свинцов. Технически сложное глянцевое и матовое золочение по Левкасу Стасов доверил братьям Тарасовым. Профессор Императорской академии художеств Петр Басин создал плафон трапезной «Воскресение Христово», использовав сохранившийся эскиз Фонтенбасса. Его коллега Федор Бруни написал 4 евангелистов на медных листах для парусов свода. Иконостас, надпрестольная сень, кафедра, стенные бра были вырезаны из дерева и вызолочены Петром Кританом. На свои места вернулись спасенные в огне иконы. Модели группы «Распятие с предстоящими» и фигуры ангелов для иконостаса были созданы Демот-Малиновским. Формовку статуй в папье-маше и золочение выполнил скульптор Адд. 25 марта 1839 года, в день празднования Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Киевский и Галицкий Филарет совершил чин освящения собора, а в день Пасхи состоялось освящение Зимнего дворца. «Зимний дворец возник из пепла в прежнем и даже большем величии», – писал современник. В Большой Церкви возобновились богослужения, как ежедневные, так и в дни церковных, государственных, воинских праздников и в дни торжеств, посвященных событиям в жизни членов династии Романовых. Блистательная эпоха Его Императорского Величества Придворного Собора завершилась в 1917 году. После революции помещение храма использовалось для хранения дворцовой мебели. В 1938 году, готовясь к празднованию 175-летия Эрмитажа, дирекция музея приняла решение устроить в соборе экспозицию европейского фарфора. Тогда были разобраны иконостас, алтарная сень, кафедра, императорский фонарик, балюстрада клиросов, сбиты крылья ангелов и головки херувимов в пилястрах первого яруса и на дверях, заклеены холстом изображения евангелистов в парусах свода. На долгие годы церковь превратилась в музейный зал. Через 60 лет после этих событий на Эрмитажной конференции сотрудник отдела истории и реставрации памятников архитектуры Светлана Федоровна Янченко представила материалы, которые доказали возможность восстановления интерьера Большой Церкви в соответствии с его историческим обликом 1839 года. В архиве Эрмитажа сохранились фотоматериалы по реконструкции Зимнего дворца, осуществленные главным архитектором музея Александром Владимировичем Сивковым в 1920-1940 годы. Среди них оказалось более 100 негативов на стекле, подробная фиксация всех работ, проводившихся в церковном интерьере в 1938-1939 годах. Основываясь на коллекции негативов, архитекторы Эрмитажа собрали и идентифицировали уцелевшие фрагменты убранства собора. Кроме того, они тщательно изучили архивные документы и изобразительные материалы, включая акварельные и живописные виды церкви.
Итогом этих исследований стал проект восстановления иконостаса, разработанный ведущим архитектором отдела истории и реставрации памятников архитектуры Иреной Владимировной Бурковской. Новый этап работ был связан с подготовкой к празднованию 250-летнего юбилея Эрмитажа. Подробные исторические справки, натурные исследования состояния интерьера, в том числе утрат его декора, а также топографические схемы сохранившихся икон и архитектурных деталей, схемы расположения зафиксированных на фотографиях 1938 года деталей иконостаса, кафедры и алтарной сени стали рабочим материалом для проектировщиков и реставраторов. В 2009 году вышла в свет книга «Большая церковь Зимнего дворца», написанная Светланой Федоровной Янченко, ведущим научным сотрудником отдела истории и реставрации памятников архитектуры. Специалисты отдела контролировали весь ход реставрационно-восстановительных работ, продолжавшихся с 2012 по 2014 год. Работы включали в себя реставрацию интерьера храма, ремонт инженерных сетей и воссоздание иконостаса. Для реставрации элементов, изготовленных в технике папье-маше, была разработана методика, максимально приближенная к исторической. На основе иконографических материалов были выполнены утраченные крылья ангелов и головки херувимов в трапезной. Обнаруженные в ходе натурных исследований подлинные гнезда крепления вертикальных стоек иконостаса позволили поставить алтарную преграду высотой 14 метров на историческое место. При восстановлении трехъярусного резного золоченого иконостаса архитекторы основывались на фотографиях 1938 года. Сохранившиеся 29 фрагментов резных рам послужили аналогами для изготовления утраченных элементов декора. Иконостас вновь увенчала скульптурная композиция «Распятие с предстоящими». Сохранившиеся фигуры Богоматери и Иоанна Богослова, выполненные из папье-маше, были отреставрированы сотрудниками Государственного Эрмитажа. В той же технике была воссоздана фигура Христа. Заново, в полном соответствии с иконографическим материалом, были выполнены резные золоченые царские врата. 13 из 18 подлинных икон XVIII века заняли свое место в иконостасе. Иконостас включил в себя как потемневшие от времени подлинные детали, так и новые элементы декора. При выполнении позолотных работ деликатно решалась задача сочетания воссозданных и сохранившихся деталей. Цельность восприятия общей композиции иконостаса достигалась оптимальным соотношением матового и глянцевого золочения. В алтарь на горнее место вернулся запрестольный образ Воскресения Христова, написанный по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1761 году французским художником Лагрене-старшим. При воссоздании алтарной сени реставраторы столкнулись с большими трудностями, поскольку сохранились лишь несколько исторических деталей сложной композиции, а также фотографии 1938 года.
Плафоны алтарной сени и кафедры, написанные академиком Майковым в 1838 году на сюжет «Сошествие Святого Духа», были исполнены заново после проведения архивных изысканий и изучения исторических аналогов. Великолепная кафедра была воссоздана по фотографиям 1938 года. Образ Иисус, поучающий народ в Иерусалимском храме, спасенный из огня пожара, вновь вернулся на свое место. Постамент деревянной кафедры украсила скульптурная композиция, выполненная в технике папье-маше. Сохранившаяся балюстрада клиросов, изготовленная после пожара 1838 года столярным мастером Андреем Тарасовым, была установлена на историческое место. Металлическая решетка с вензелем Петра III, отделяющая подкупольное пространство храма от трапезной, воссоздана по фотографиям 1903 и 1938 годов и данным архива. Полукруглый стеклянный фонарик, увенчанный императорской короной, находился в юго-западном углу трапезной со времен Екатерины II и сообщался с ее апартаментами. В фондах музея сохранились 5 гнутых дверных остекленных створок фонарика, воссозданного Стасовым. Трапезную, как и прежде, украсили отреставрированные резные золоченные бра и 4 торшера, выполненные в XVIII веке по рисунку Растрелли. Декабря 2014 года большая церковь была вновь открыта для посетителей. Ныне здесь выставлены иконы и реликвии, связанные с царской семьей, что определило мемориальный характер экспозиции. В процессе комплексных восстановительных работ в большой церкви была проведена реставрация купола, увенчанного золотым крестом. Крест оставался на куполе церкви на протяжении всей ее истории. Научно-методический и архитектурно-реставрационный надзор осуществлялся главным архитектором Валерием Павловичем Лукиным и сотрудниками отдела истории и реставрации памятников архитектуры Эрмитажа Светланой Федоровной Янченко и Людмилой Ивановной Акмен. Технический надзор осуществляли сотрудники отдела специальных строительных проектов Вера Михайловна Руденко и специалисты отдела ремонта и реставрации под руководством Анны Евгеньевны Москалевой.